Ну, теперь новогоднее поздравление. Кстати, я вас поздравляю с состоявшимся Новым годом. Надеюсь, все живы-здоровы. Вот. И те, кто меня слышит, значит, уже и в рабочей форме. Готовы учиться, общаться. Не только учиться, но и общаться. Дорогой Валерий Константинович, поздравляем с Новым годом. Благодарим за ваш благородный труд по украшению Святой Руси первозданными садами. Вот это мне нравится, вот это выражение первозданное. Действительно, минимальное вмешательство. Поначалу мне ставили вопрос. Не может быть сад задерненный, если задерненный дикий. Точка. Это когда появились первые мои статьи. Это людям даже никто со мной не спорил, никто не задумался, никто даже не пытался это меня переубедить. Просто знали 100% четко, когда мы перекопаем почву в саду, тогда это культурный сад. Не перекопали дикий сад. Вот. Поэтому мне понравилось ваше выражение первозданное. Он, конечно, не первозданный, но пытаемся вернуть ему первозданность. Растут у нас классные ваши абрикосы, вишни, сливы. С уважением, землячка, сибирячка из Москвы. Вот где наши люди Москву взяли. Вот, теперь, внимание, сенсация. Кто, я знаю, не все смотрят на моем канале видеофильм. Ну, сколько там просмотров? 200, 300. Так, буквально за 2, за 3 дня. А там мировая сенсация. Я подчеркиваю, мировой. Ладно, вовсе не буду. Российская сенсация. Вот это все растет в России. Пусть на юге. Вот. Но как мне рассказывал Курдюмов, а он суперспециалист, там на юге, он Краснодарского края, а это Ставрополь, рядом. Вот. Что там проблем чуть ли не больше, чем в Сибири. Помните нашу книгу с ним? У нас Дед Мороз, мы его называем Генерал Мороз, раз, и уже нет такого количества вредителей. Да, правильно. Вот. Но они, зато это, у нас от обрезки умирают мороже. А у них обрезку вроде бы можно делать, а мороз вредителей не убивает, потому что он слабый. И вот, пожалуйста, результат. Живет там волшебник по имени Шамиль. Больше про него ничего не знаю. Он не то что скрытный, но не такой публичный человек. Вот его фотография, видите? И все его фотографии выставлены, не все, он еще третья серия будет, потому что он еще прислал фотографии. Это не сад, это сказка. Это на фоне полной безнадеги. Шамиль, если ты меня слышишь, привет. Вот, новогодние поздравления, значит, и так далее, и так далее. Вот, и смотрим дальше. Вот это вот мне пришлось немножко подводить итоги. А как их подведешь? Значит, один из самых ярких, самых известных настоящих ученых, как песни поются, но настоящий полковник, а только от науки, наверное, уже генерал, вот, Евгений Иванович Ярославский, он написал в свое время, я показывал, но я не буду сейчас, ни одной цитаты не будет отсюда. Ну, такое настроение. Вот только потом второй раз включите, прочтите внимательно. Значит, очень, почему я подвожу итог, потерян еще один год. Вот, меня поддержал Александр Николаевич Писоцкий. Вот. Спасибо ему. 20 дней, 20 лет долблю. Почка почки рознь. Отсюда возможность, это самое, отсюда возможность отбирать. Не надо лезть в ГМО, не надо лезть в генетику. Нужно просто отбирать, отбирать и отбирать. Каждая сверхморостойкая зима – это такая возможность находить то, что выживает. И не противоречит Мичурину. Помните, что изначально они были уже морозостойки. Вот. Итог года. Еще год потерян. Если Ярославцев написал вот такое вот, моя статья под названием, это самое, под названием «Селекционное клонирование». Вот, видите, в Селекционном техническом институте не признано, нигде не признано, а это значит, что в этом направлении никто не работает. Вот итог года.
Ну, а там я уже не буду, это обида страшная. Отключили микрофон, напечатал статью. Вот, селекционное клонирование оказалось ненужным. Это одна из обид, и еще год потеряли. А я просто взял, у меня таких фотографий сотни. Вот так выявляются особые почки. Вот. Значит, это заветка. Это абрикос. Я вымораживал. А он взял, почка не погибла. Ну, убедить никого нельзя. Как там было, дружище Ярославцев? Вот. Иная степень дифференциации. Ведь сам себя выдал, что иная степень дифференциации. Ну как можно так это самое? Или специально, чтобы, мол, я втихушку поддерживаю, ну извини, если я напишу правду, что ты прав. А ведь я же еретик, значит, что, меня выгонят, чертовой матери? Тебя, Железов, там терпеть ненавидят. Отключить микрофон.